парень. А мне малым мало спалось. Ой, я во сне привиделась. Ай, налетели ветры злые. Ой, это с восточной стороны. Черную шапку, ой, с моей буйной головы, ай, со волнага гнев бы, он сумел сон мой разгадать, ой, пропадет. Здрасте, обалдеть. Вас хорошо, как зовут? Что у вас веселое настроение, это приятно. Ну а как иначе-то? Как вас зовут? Здрасте, меня зовут Жигалев Михаил, я из города Иваново, мне 22 года. Да, ну, да, да. Хочу сказать, что взял обязательство поддерживать отечественного производителя впечатлений. Ивановского причем. Ивановского. Ивановского, да. Ну, вы, наверное, в Иваново... Востребованность, это же город невест у нас. Посмотрите, сколько у меня поддержки пришло. Вот, смотрите, какие красавицы поддержки. Вы так все аккуратно сделали. Возможно, вы боялись сорваться на свой основной голос. И это было заметно. Мне не хватило чуть вот размаха, да, вот такой душевности. А так было достаточно интересно и моментами было просто великолепно. Спасибо большое. Привет, Иваново. Всем привет большой. Даже. Ну и по голосу. Ну, да. А внешне вот Валерий подходит, да, хорошо. Спасибо за доверие. Сегодня тебе удалось побороть свое волнение, побороть усталость наставников, которые не первую неделю уже сидят и пытаются... И мы тоже уже. Да, вы уже подиссякли. Ты молодец, ты вышел, по-геройски продержался и развернул это кресло. Я рад, что ты с нами. Спасибо большое. Спасибо, добро пожаловать. Спасибо, счастливо.